Сейчас, наверное, набегут гости. Как ты думаешь, может нам свалить из дома? Ребята, всем огромный большой привет! Я вас снова приветствую на своем канале 3 января. И моя доченька вчера, когда засыпала, попросила меня что-нибудь вкусненькое приготовить. Все вроде бы как уже доели. Слава Богу, закончились эти майонезные салаты. И я вот думаю, ну что же быстренько на скорую руку приготовить. И о чудо, я вспомнила, что когда-то давно, когда у меня не было еще чуда электродуховки, я готовила блинный пирог. Блинный торт, блинный пирог, как хотите, так и называйте. Из блинов. И, мои дорогие, посмотрите, что у меня получилось сегодня. Я потратила всего лишь 40 минут. Прошу вашему вниманию, мой блинный торт. Друзья, все очень просто. Я рано утром проснулась и спекла блины. Вы все знаете, как их пекти. Затем я сделала сметанный крем. Просто взбила сметану с сахаром. И сейчас буду перемазывать мои шикарные блины. И у нас получится отличный утренний блинный пирог. Друзья, блины готовы. Я их перемазала сметанным кремом. Все вы знаете, как делать. Украсила кокосовой стружкой. Кто не любит кокосовую стружку, пожалуйста, можете шоколадом. Стружка шоколада, какао. Всем как нравится. Украсила апельсиной. Обязательно в крем добавила цедру. И вот такая красота у меня получилась. Времени я потратила, мои дорогие друзья, 40 минут. 40 минут. Вот такая красота. И сюда даже любимая свою каркаде положила, чаечек. Уж очень я люблю каркаде. Значит, сейчас я заварю свой любимый чай каркаде и буду угощать свою доченьку золотую рыбку. Потому что очень редко получается мне ее радовать, так как она постоянно на работе. Так что повторяйте, делайте. Вот так вот, мои дорогие друзья, все быстро, красиво, я надеюсь, очень вкусно, сейчас я его обязательно разрежу, но перед этим, мои дорогие друзья, я бы хотела все-таки пару слов сказать тем людям, когда мы вели с моей доченькой прямой эфир, и там пару человек, я все равно это озвучу, написала, что мы круглые дуры, мои дорогие, те, кто меня смотрит, мои ненавистные друзья, мои подписчики и мои зрители, мы не дуры, мы просто очень сильно любим друг друга. И это у нас не отнять. И как бы вы ни старались, я все равно свои комментарии хорошие буду оставлять, а ваши комментарии, естественно, я буду удалять. И чем больше вы будете меня оскорблять, тем больше я буду цвести для своих зрителей и подписчиков. И еще хочу передать привет своим новым подругам. Это Наталка Липецкая. И вместе с Еленкой. Еленка, не грусти, солнышко, ты танцуй для нас. И пусть тебе всегда отключают комментарии, не обращай внимания. Надеюсь, в этом 2020 уже тебе их не отключат. Ты танцуй. Даже я одна и то буду смотреть. А я знаю, тебя смотрят 200-300 человек. Маленький канал, но он обязательно вырастет. И я хочу тебе поднять настроение вот этим вот блинным тортом Наталки Липецкой. Еленка, девочки мои хорошие, мои родные, я вас очень люблю, я вами очень дорожу. Спасибо, что вы у меня есть. А вам, мои дорогие друзья, мои дружбаны, которые уже со мной давно дружат и все знают про меня, а я уже про вас знаю. Всем всего доброго, вкусных вам выходных, счастья, любви и здоровья. Все для вас и для золотой рыбки. Господи, сейчас, наверное, еще гости набегут. Надо текать из дому. Как ты думаешь, текать из дому? Сейчас помаленьку собираемся. Будем золотую рыбку. Забираем торт и валим на елку. Пока, друзья. Пока. Так, сейчас мы разрежем и посмотрим, что у нас здесь на разрезе. Максим, ты больше всех хочешь, наверное. Мой красавец какой. Чуть-чуть дорезала. Ничего, я съем. Ну, котик, котик. Все, пробуем. Пробуем. Маленький кусочек. Здесь сметана, крем. Цедра. Котик. Цедра дает себе знать.
Максим, пора Люду будить, а то все съем. Это очень вкусно. Как остановиться, я не знаю. Это офигенно вкусно. Гаси кино.